Аиста – это специальный праздник для потенциально приемных родителей, приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это одна из форм работы нашего учреждения по привлечению лиц, желающих усыновить или взять под опеку ребенка. День Аиста – это возможность увидеть детей в различных творческих занятиях, способствовать принятию положительного решения заинтересованными гражданами о приеме в свою семью детей на воспитание, а также создать позитивный имидж учреждения и его воспитанников. Здесь у нас Елизавета. Талантливее ее на свете нету. И танцует, и поет, а ее коса отдельный наш почет. 3 ноября 2016 года мы пригласили граждан, имеющих заключение органов опеки и попечительства, о возможности быть усыновленным или опекуном на праздник День Аиста. Я очень рада, что сегодня у нас в гостях замечательные люди. Люди с огромными сердцами, которые свою теплоту, свою заботу, свою любовь и внимание готовы дарить детям. Воспитанники показали для приемных родителей театрализованное представление под руководством воспитателя Елены Александровны Никитичевой «Зонтики моей мечты». А в конце сказки дети подарили всем гостям памятные сувениры в форме аистов, изготовленные своими руками. Концерт продолжится исполнением стихов и песен и танцевальных композиций. Мама им сказала, пальчиком глаза, тихо посидите, слушайте с меня. Ручеёк осенний в гости нас позвал, собирайтесь капли на осенний бал. Присутствующие смогли увидеть таланты и возможности детей. Педагог-психолог Марина Викторовна Цветкова провела тренинг с детьми и родителями на сплочение, совместное взаимодействие и объединение вновь образовавшегося детско-родительского коллектива. Я мечтаю о семье. Что мне мама приходила? Чтоб мама приходила, а мечта от Данила. Чтобы все дети были родителями. Я мечтаю о семье. Одной из самых главных и важных задач в нашей работе, как органов опеки и попечительства, но в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это передача детей в семьи. Если не удалось все-таки сохранить нам биологическую семью, то хотя бы, чтобы дети воспитывались в замещающей семье. И вот с этой целью мы сегодня присутствуем на данном мероприятии. Оно нацелено на то, чтобы познакомить с нашими детьми, которые у нас готовы к передаче в семьи, познакомить кандидатов, замещающих родителей, с детьми, помочь в выборе ребенка, ну и, естественно, реализовать его право жить и воспитываться в семье. Мастер-класс для всех присутствующих провела инструктор по труду Екатерина Викторовна Кузнецова. Это оберег, называется кукла-подорожница. Для того, чтобы дети и родители смогли поучаствовать в совместной деятельности и пообщаться в непринужденной обстановке. Я приехала на День Аиста познакомиться непосредственно с детьми. Мероприятие мне очень понравилось, все открыто, очень хорошо все организовано, дети очень приветливые, персонал доброжелательный, люди все в себе уверены, ну вообще очень все понравилось. Чаепитием с душистыми пирогами и беседой по интересующим вопросам со специалистами и учреждениями закончилось праздничное мероприятие для приемных родителей и детей. Часто для принятия окончательного решения по поводу опеки и усыновления людям необходим личный контакт с ребенком. Очень часто будущие родители осознают, что они готовы принять в семью ребенка после того, как его увидят.
И проведение такого мероприятия, как День Аиста, способствует семейной форме воспитания. Мы надеемся, что данный праздник станет хорошей традицией нашего учреждения.